таким большим количеством интересных, разнообразных пар. Ну а это нежданная чемпионка этого турнира, и мы уже перешли к золотым медалям. Это Акико Судзуки. Не каждый мог предположить, что именно Акико в этом составе станет чемпионкой. Акико Судзуки, спортсменка, которая еще ни разу не поднималась на пьедестал Японии национального чемпионата. Но вот выиграла турнир серии Гран-при здесь, в Китае, причем в присутствии своей же соотечественницы Фуми Сугури, которая вообще никакой конкуренции никому составить так и не смогла. И если взглянуть на таблицу Гран-при в женском одиночном катании, то становится понятным, что Мики Андо там имеет 15 баллов, и там имеет 15 баллов Акико Судзуки, а вовсе не Мао Асада или кто-либо еще из японок. Поэтому, как и в предыдущих сезонах, рубилово будет серьезное на национальном чемпионате Японии за право попадания на Олимпийские игры. Еще в прошлом году казалось, что Акико Судзуки самый простой такой вот участник в этой схватке, самый незамысловатый. Но видите, постоянство иногда творит с людьми чудеса.
Акико Судзуки в своей произвольной программе каталась под музыку Леонарда Бернстайна, и кусочек из нее она исполнила здесь, сейчас, на бис. Прекрасное музыкальное произведение, которое позволяет продемонстрировать свои эмоциональные, артистические качества.